сами. Потом YouTube включишь, посмотришь, как ты проехала. Потом YouTube домой придешь, включишь, посмотришь, как ты проехала. Ужасно, да? Да почему ужасно? Мы что-то начали. Самое главное в этом деле вообще не спешить. В каком? При разворотах. Там слева машина сейчас поедет. Она уже едет. Она в принципе не понимает, что ты будешь поворачивать. Ну, разворачиваться. Она думает, что я буду поворачивать. Да. И сзади тоже самое история. Сзади, видишь, крузак стоит. Короче, когда будешь разворачиваться, ну, да. Да. И не спеши. Крути, поехали. Крути, 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 крути. А все почему? Нужно было посмотреть в зеркало заднего вида и увидеть, да, что здесь загорелся красный сигнал светофора, да. Угу. А там, где вот в зеркало посмотри, он можешь там. Чуть-чуть поехала. А вон, у тебя же есть. Он не идет что-то. Ну, что теперь? Выбирай место для разворота. Для начала что нужно сделать? Перестроиться. А в чем проблема? Поворотник подключи. Ты сейчас прям подъездом грузовик в автобусе. Нет, да. Недалеко. Да, он за тебя остановился. Помнишь нашу задачу? Развернуть. На себя посмотреть. Мы уже третье место вот слева проехали, которое можно было развернуться. Это было первое. Это было третье. Смотри на светофор, он указывает на порядок движения, что мы останавливаем. Здесь мы не можем? Где? По сути, да. Ну, заблаговременно, если ты поворотник включила бы, да? И, по-моему, там полоса дополнительная. А, нет. Отсюда можно прям разворачиваться, получается. Но этого мы сейчас делать не будем. Потому что я не получила поворотник. Ну да, нужно заблаговременно было включить. Смотри по сплошной линии. Что видишь? Вдоль сплошной линии. Ну, поворотник, зеркало. Все, стоим, курим. Стоим, 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 стоим. Ну, в смысле, не курим, я уже не курю. Ты так и не начал? Молодец. А я думала, начнешь, не начнешь. И бананы не ешь. И не поправился. Понравился. Ну, курить не курил. Это ты молодец. Ты не в зеркало смотри, а вперед смотри. Крути руль, крути, крути. Нет, я говорю, крути руль. Крути. Поехала. Он по второму ряду едет, далеко едет. Я думала, там касса загорится, а никто не будет остановиться, уступит. Нет такого. Тут сейчас каждый за себя сам. Я вот движение, ты вот честно, там пипец. Там, чтобы знать набрала, это нереально даже тебе, наверное. Да ну, почему? Там что, шестиполосное движение? Одна.
Ну и что, и все лезут, как хотят, да? Да. Ну ничего страшного. Там просто через три полосы поворачивают, вообще пофиг всем. Вот такая вот одна узкая улочка, там же вот такие вот извилистые улицы, я и они там. Это... Был там? Да, но я был маленький. И одна полоса, короче, если ты стоишь вот около бровки и пытаешься сдвинуться и не поехал кому-то в нос, ты будешь так стоять. Так бывает, выбирай место для остановки и остановись. Я не знаю, куда ты едешь. Опусти тормоза. Давай сделаем так, сначала в зеркало посмотри. Хорошо? Видишь, он до последнего тебе едет, он не видит даже, что ты просто тупо стоишь, да? Mm-hmm. Они вообще ничего не видят. Теперь выбираем место для разворота за регулируемым переходом. Задача ясна? Повтори. Место для разворота за регулируемым перекрестком. О. Вот это будут ребята смотреть, они сейчас на экзамене так... Отупливают почему-то, все причем, во всех автошколах. Только людей приходят, что-то мы начинаем подстраивать после таких команд. Вот сейчас. И посмотрим. Где будешь разворачиваться? Дальше это регулируемый пешеходный переход. А как ты определила, что это регулируемый пешеходный переход? Потому что с двух сторон стоят светофоры. А на перекрестке тоже с двух сторон стоят светофоры? Ну там они под руками стоят. Скажи, да короче, я не знаю почему, но я знаю, что это не перекрестный, да? Два светофора, да? Их должно быть больше. И нету пересечения, да? Да. Он не регулирует проезд поперечного транспорта. А он регулирует пешеходный переход. Нам нужно развернуться за регулируемым перекрестком. Да. За. То вот есть именно вот за этим за. Перекрестком. Ну, не знаю, за какие. Это перекресток? Это перекресток. Вот, это перекресток. Думай, думай, думай. Ты даже можешь по сплошной смотреть, включая левый поворотник. Я сейчас тебя научу, как можно делать, но... Смотри, двойная сплошная где-то заканчивается, да. Видишь? Да. Есть во двор выезд со двора справа, есть? Да. Знака запрещающих никаких нет, разворачиваться. Все, мы можем тупо короче, остановиться сейчас вдоль, вот где сплошная заход, еще чуть-чуть подтянись. Все, сейчас не будет справа машин. Крути руль. Только не выезжай, не выезжай, не выезжай, не выезжай. Вон, видишь машину, автобус едет. Все, теперь поехали. Влево посмотри, чтобы по встречке в бочину никто не заехал. И в удобную для тебя полосу, не сюда, вот сюда, вот. В левую у тебя сразу не лезть, у тебя не хватит радиуса. За пешеходный переходный, за регулируемым пешеходным переходом выбираем место для разворота. Задача ясна? А если бы вот где мы с тобой разворачивались, была бы стрелочка вот такая движение прямо, да? Мы не могли бы развернуться, понимаешь? Мы должны были бы уехать. А так как никаких ограничивающих знаков не было, предписаний никаких тоже, ну, пожалуйста. Просто нужно это сделать заблаговременно. А ты задачу свою помнишь?
Да. Что нужно сделать? Развернуться за регулируемым пешеходным переходом. А сейчас что нужно сделать? Перестроиться. Конечно. Притормаживаю. Ты давай только, чтобы я рафчика не купил. Молодец. Ну, немножко ты меня напугала. Здесь что не развернулось? Нам нужно развернуться за регулируемым пешеходным переходом. Молодец. Вот мы его проехали. Молодец. По сплошной. Видела? 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 Там еще была стрелочка. Ну, стрелочка. Ну, ты смотри в зеркало. Ты еще протяни вперед. Крути руль. Крути руль, крути руль, крути, крути, крути. Резче, 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 резче. Сейчас с ним поменяешься местами. Ну смотри. И посмотри налево. Большая сплошная, где уже нельзя было ее пересекать. А прерывистая, видишь, начиналась. Тык-тык-тык-тык-тык, видишь? Ты должна была в начале этой полосы зайти. Понимаешь? А ты зашла в конце. Чем нарушила? Вот здесь бы ты сейчас перестраиваешься, а тут сплошная перед светофором, видишь? Там такая же.